По словам губернатора, в историю региона 2014 войдет как год победы высоких достижений. В Сочи с триумфом провели Олимпиаду и первый в истории России этап Формулы-1. А на кубанских полях аграрии собрали рекордный урожай. Эти успехи должны стать основой для роста в следующем году, считает губернатор. От глав муниципалитетов Ткачев потребовал не сбавлять оборотов в следующем году. По мнению специалистов, 2015 будет как никогда трудным, и Кубань должна с достоинством ответить на все вызовы и санкции. При этом, прежде всего, обеспечив жителям края социальные гарантии. Люди ждут от нас с вами не только там, политических баталий, но и, конечно, прежде всего, успешного решения своих вопросов, экономических, уровня жизни, стабильные зарплаты, возможности ездить по хорошим дорогам, качественно лечиться, получать хорошее образование. Обсудили на совещании реформу самоуправления. Накануне краевые парламентарии в первом чтении приняли региональный законопроект, который отменяет прямые выборы глав городов и районов. Предполагается, что по итогам профессионального конкурса назначать его будут местные депутаты. Как отметили на совещании, переход к новой системе наделения полномочиями глав будет постепенным. По словам губернатора, за последние годы система самоуправления на Кубани доказала свою эффективность, и новая реформа поможет еще больше повысить профессионализм местной власти. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.